На минувшей неделе сборная Беларуси принимала участие в международном турнире в норвежском Лоренскуге и заняла только 3-е место. Поражение от хозяев 1-6 и французов 0-1 были слегка скрашены разгромной победой над венграми 8-1. Но, по словам Геннадия Савилова, тревожиться нечего. Решались иные задачи. В первую очередь, это просмотр резерва национальной команды. Если вы видели, то состав нашей сборной в Норвегии очень далек от оптимального. Это при всех тех негативных моментах, при всей той скудности исполнителей высокого уровня, которые есть в Белоруссии, то я посмотрел, что были игроки, которые вообще первый раз заиграны за сборную команду, представители белорусских клубов. Всех. Сейчас тут уникальный случай, когда любой белорусский хоккеист, плюс-минус обладающий достаточно средним набором умений и навыков, может попытать свое счастье закрепиться в сборной команде. И из этих ребят, кто проявит характер, кто проявит дисциплину, кто проявит требовательность к себе, и будет формироваться состав Казахстана. В последнее время много говорится о слиянии Федерации хоккея и Минского «Динамо». Планируется, что в ближайшие месяцы оно будет закреплено документально. Однако уже сейчас две структуры работают как единое целое, и близкое знакомство функционеров играет здесь немаловажную роль. У нас сейчас идет на самом деле реальная совместная работа по комплектованию тренерского штаба, маркетинговых проектов, информационных, айтишных. То есть мы на самом деле очень плотно работаем по всем сферам, даже с опережением тех графиков, которые вообще я предполагал. И это все строится на очень такой проникновенной, личной заинтересованности и меня, и Басковой совместной работе. Поэтому никаких претензий, никаких разногласий, все решения и по сборной, в том числе и молодежи, и по национальной, и по «Динамо», все принимаются сообща где-то, по мере необходимости, да. И на самом деле этим я очень доволен, что в «Динамо» появился тот руководитель, который с федерацией в полном контакте, в полном не в дружбе, а в рабочей взаимосвязи. И это то, что вообще хоккею требуется. Разумеется, и главный спортивный вопрос осени, связанный с жизнедеятельностью «Динамо», решался сообща. Главный тренер белорусской сборной Андрей Сидоренко был назначен на идентичную должность в наш КХЛовский клуб. И председатель федерации считает, что позитивный эффект у того решения все же имеется. Участвовал в назначении, то есть участвовал в рекомендации кандидатуры, да, обосновании, то есть причем участвовал в выборе, в предложениях, в консультациях. И на самом деле, конечно, у нас была задача, и мной она была озвучена, и на самом высоком уровне, что с тем набором хоккеистов, которые есть в «Динамо», и с теми задачами, которые перед «Динамо» ставятся, очень сложно добиться того результата, который страна хочет, как минимум попадание в плей-офф. Очень сложно и, скажем так, практически невозможно, насколько я понимал. Но хотелось остановить падение команды неконтролируемое. Да, результат, он не вселяет оптимизма на самом деле, но хочется верить, что идет какая-то ломка в подходе. В отношении к делу, к дисциплине прежде всего. То есть исполнительское мастерство, которое позволяет вам забивать голы, которое позволяет вас не обыгрывать, оно не берется в одночасье. И я понимаю, и многие понимают, что хоккеистов в ближайшие 3-4 года мы не будем иметь того мастерства, того количества, которое было 20 лет назад. То есть нам нужно с теми, кто у нас есть, повысить до какого-то неимоверного числа коэффициент дисциплины, коэффициент ответственности, работоспособности, отдачи. И только за счет этого мы можем не пропускать так много и ждать, когда соперник ошибется, и на воле, на желании, на зубах заносить за ленточку шайбу 1, 2, 3. Что, в принципе, в какой-то мере и новому тренерскому штабу удается. Несмотря на тот результат, который мы продолжаем получать. Кажется, что забота «Динамо» о национальной команде никак не вяжется с недавними подписаниями минчан и возросшим вследствие этого количеством легионеров в клубе. Однако у Савилова есть объяснение подобным действиям. Схема с легионерами, она была,
идеализировано, да, в то время, когда в сборной страны, в «Динамо» были квалифицированные белорусы, их было много, большое количество. То есть помимо того, что они были, у нас еще играли и братья Костицыны играли в то время не в Беларуси, да, и Калюжный Алексей играл не в Беларуси. То есть мы еще понимали, что 5-6 человек легионеров, плюс наши белорусы, которых мы, возможно, под хорошую, мощную команду, борющуюся не просто за плей-офф, а за прохождение раундов плей-офф, мы можем еще подтянуть эту команду. То есть она, в принципе, оправдывала себя. Сейчас те легионеры, которые призваны были обеспечить, ну, команде какой-то такой достаточно высокий уровень, он не соответствует действительно. Те легионеры, которые у нас сейчас в команде, они не являются легионерами по сути. Плюс белорусские хоккеисты, которые в общей массе могут поддерживать топовых легионеров Эллисона, Далмана, Доуса, Дакоста. То есть сейчас, на данный момент, такие легионеры ищутся, но для того, чтобы трибуны совсем не опустили, для того, чтобы народ вообще не разочаровался в том, что «Динамо-проект» – это вообще что-то из себя представляющее. Конечно, мы вынуждены каким-то образом в краткосрочной перспективе усиливаться, пробовать что-то. То, что есть в данный момент на рынке, для того, чтобы, ну, опять же, еще раз повторюсь, не допустить зрительского такого дофинизма к главной команде страны. Геннадий Савилов возглавил федерацию в непростое для белорусского хоккея время. Возможно, худшее в ее суверенной истории. И цена каждого решения сейчас крайне высока. Кризисное управление, скажем так. То есть, насколько мы с ним справимся, возможно, кризисные управляющие тоже меняются наверняка, но, наверное, на данный момент нам нельзя опускать руки, да, нам нужно верить в то, что, адекватно оценивать ситуацию, во-первых, понятно, и верить в то, что мы способны с какого-то момента начать разбег.